крае начинают работать елочные базары. Полным ходом идет заготовка новогодних деревьев. О том, как это происходит, рассказали специалисты Минлесхоза Приморья. По их словам, в большинстве случаев новогодние праздники дома жителей украшают не специально срубленные молодые деревья, а порубочные остатки. Правильно заготовить елочку можно только одним способом. То есть на действующей лесосеке в процессе разработки дерева, которое подлежит заготовке для древесины, грубо говоря, с него можно забрать после валки верхушку, как в данном случае, да, елка с шишечками, красивое все. Дерево будет стрелевано на склад, пойдет дальнейшую переработку там на нужды. А верхушка будет дополнительная, ну, красота там в доме, запах и уют, но не нанося вреда деревьям, которые нельзя рубить в запрещенных для этого местах. Ежегодно в Приморье официально заготавливают до 900 тысяч кубических метров древесины ели и более 400 тысяч пихты. В профильном ведомстве отметили, что государство следит за законностью заготовки деревьев накануне Нового года. Приморские лесные инспекторы вместе с правоохранительными органами увеличили частоту патрулирования лесов для противодействия новогодним незаконным лесорубам. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.